Судьбу Одинцовского историко-краеведческого музея легкой не назовешь. Несмотря на то, что она началась еще в 70-х, юридический статус музей получил сравнительно недавно. С 1989 года это музей на общественных началах, потом долгое время это отдел библиотеки, и, наконец, в марте 2020 года мы становимся самостоятельной юридической организацией. И понятно, что полностью поменялись цели, задачи, смыслы. Здание музея, бывшую контору кирпичного завода, купца и промышленника Василия Якунчикова, трудно не заметить. В свое время здесь представляли главную в то время отрасль нашего края – кирпичную промышленность. И заказчики, приезжая в эту контору, должны были видеть весь спектр возможностей, которые предоставляло кирпичное производство Якунчикова. Поэтому домик сделан очень красивым, кукольным, леденцовым теремком. Необычное строение стало логотипом, брендом, визитной карточкой музея. Арка старинных окон, сочетание оттенков оранжевого и зеленого, цвет кирпича и городской зелени. Свой фирменный знак музей представил на международном маркетинговом конкурсе «Про бренд», созданном Европейским содружеством специалистов туриндустрии. Создан этот союз в 2018 году и создан он для создания коммуникативной площадки между туристическими индустриями евразийского пространства. И в 2021 году мы подали проект создания бренда Одинцовского музея в поисках идентичности. Фирменный знак принес музею почетное третье место. Пандемия отсрочила церемонию награждения, и вот заслуженная награда в руках призеров. В ближайших планах создание буклетов, каталогов и сувениров с фирменным логотипом. Полина Бахова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».